Слава, какой день тренировки? Уже первый день тренировки. Я умираю. Давай. Да, еще два круга. Четвертый круг. Сразу видно, кто занимался, кто не занимался. Вдох через нос, выдох через рот. Мне нужно лужу. Плохо? Тише, тише, тише. А что, думаю, пораньше, да? Давайте, давайте, доходим. Сера здесь, Лиз, положи куртку туда, чтобы она тебе не мешала. Сера здесь, Виолет, тебе не жарко? Жарко. Так снимай. Сначала нам было там холодно, а теперь жарко. Так, делаем следующее задание. Делаем по диагонали, вот на тот угол делаем. Понятно, Лиза, с этого угла вот на тот угол. Делаем шаг, видите, две ноги прямые, вспоминаем. Наклон касаемся. Второй шаг касаемся. Ноги прямые. Пятки не отрываем. Ой, зимой еще жарче. Пятки не отрываем. Заднюю пятку не отрывай. Наклоняйся. Вот так. Пятки, обе ноги прижаты. Ой, Евгений главное. Да, Лиза, правильно. Только вот туда, друг за дружкой. Лиза, колени прямые, две ноги ровные, пяточки приклеены к полу. Вот так у нас. Давай, давай. Ну, конечно, в ступеньках вверх проходишь вниз. Потом вверх отыгрываешь. Лиза, ножку так ставь. Обе ноги прямые, прижаты к полу. О, пятки прижаты к полу. Я Бланцева, я тебя вижу, что ты с кривыми ногами. Две ноги прямые. Так. Лиза, Лиз. Так, Полин. Тоже на тот уголок, но теперь мы бежим быстро и догоняем впереди бегущего. Понятно? Если вы догнали, перегнать можно. Не надо толкать в спину, не надо хлопать по спине. Если вы видите, что вы догоняете и перегоняете, значит перегоняете. Понятно? Стартуем все по очереди. На старт, внимание, марш, побежали. Догоняй! Догоняем, перегоняем. Еще догонять. И прыгаем просто вверх руками, работаем, помогаем себе. Раз, два, три. Стопы стараемся натягивать. Молодец. Даша, руками помогай. Лиза, молодец. Еще одна Лиза, молодец.
молодец, Вереслав. То мы делали ножки, у нас две вместе были. Наклоны делали, ножки. Теперь переднюю ножку мы ставим на пятку. Обе ноги прямые. И наклоняемся. Алина сюда, Соня сюда, Даша посередине. Потому что мы крестик делаем. Ты сюда. Алина, ты здесь. Пошли, пошли, пошли. Соня, обе ноги прямые. Сонька, ну-ка, чуть-чуть вот так еще в сторону. Опа, чтобы полегче. Обе. Куда ты сгибаешь? Вот эта нога прямая. Пошли. Давай. Вон Саша как раз. Саша, давай, да, обе ножки. Если не достаете до пола, ничего страшного. Главное, чтобы ноги были прямые. Прыгать сейчас очень натянутыми, сильными ногами. Не надо мне огромный шпагат. Мне надо просто раз, два, три. Прямыми ногами. Ну что вот это такое, попой назад? Я забыла, да? С правой, левой в стороны. Зачем ты? Левой в стороны. В стороны хорошо, но правой, левой надо одинаково их развести на одинаковое расстояние. У Аланы вот туда, у Лизы вот сюда ушла нога. Потихоньку, чуть-чуть раз... Да. Пошли за Аланой. Пошли, правая. Я боюсь. Давай, иди. Право. Есть умные. Наша, и в стороны. Молодец. Виолетта, натяни ноги. О, Амина. Молодец. Давай, Вереслава. Пошла туда. Это впереди как-то вообще. Ай, молодец, Амина. Ну, давай. О, в сторону. Ой, совсем сил нету. Делай, делай, как можешь делать. Две. Нет, из двух ног начни. Вот так, сядь. 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 И выпрыгиваем. Раз. Вот, другой ногой. Раз. И в сторону. Два. Вот так. Устала? Жарко? Ну ничего, давай, скоро будет перерыв. Давай, дойди до конца, и вас отправят пить. Давай. Из двух ног. Оп, оп, ноги соединяй. Ты еще раз будешь пить водичку, обязательно протрите руки салфеткой, понятно? Ага. Так, девочки, теперь вспоминаем, я вскатал. Руки прямые, подряд, пошли. Руки проходят через уши у нас. Высокие прыжки, да. Ничего, да потом она за ней вернется. Оставь, оставь. Вереслава, давай! Давай, 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 давай. Подряд, подряд, подряд. Раз, два, раз, два. Оп! Да давай! И чё? Ну, осталось 4 раза прыгнуть, давай. Давай, 4. И пошли. Оп, ну, двумя ногами, двумя руками.
Ой, совсем сил-то нету. Сложно, да? И жарко. Жарко, конечно. Головой не маши во время прыжка, давай еще. Ножки вытягивай. Что ты вот так делаешь? Прямо не голову. Знаю. Ну давай так. Высоко. Ладно, молодец. Ну делай два раза подряд. Раз, два. Раз, два. Вот. Пошла вторая линия. Первая линия, что у нас такое? Ну давай, давай, не сдавайся. Давай, ты и так уже самая последняя. Давай, догоняй. Раз, два, назад, назад, назад. Сил нет совсем. Через ролевые, Саша. Ножки вместе. Давай, давай. Стоит на месте, стоит на месте. Давай, вспоминай, как это было. Завтра все будет болеть. Хрустит. Хрустит? Блин, надо разминать, потому что не хрустело. Это ролевое ты делай, и тебе будет удобнее. Вверх. Вниз. Зато локти прямые, молодец. Ненавижу жару. Велислава, все только тебя и ждут. Выше прыгай, выше прыгай. Вставляй, ничего, все получится. Ты все правильно делаешь, шире обнимай себя. Даша, маму обнимай. Нет, Даша. Ноги-то поднимай уж, давай. От пола, вот столечко прыгаешь. Терпи. Давай. Ну, а давай, ты не попрыгиваешь вверх. Так ты правильно все делаешь руками-то, давай. Двое сложно на двух ногах. Первая линия, молодец. Я боюсь, что я споткнусь от кроссовки. Так надо. Саша на двух ногах. Первая линия на двух ногах. Подряд.
давай. И сразу, 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 сразу. Давай. На перегонки, давай. Движение, вот. Назад, вперед. Назад. Переслава, ну очень долго. Пальчики вниз. Держим, стоим. Раз. Пятки. Два. Пятки собираем. Все три. Вел. Есть. Ты что, ну не начни заново, что ты делаешь? Вели. Да. Вот. Нормально все. Локоть выпрями, ручку выпрями. Маленький бросок, но правильный. И все. Лови, Лиза. Да. Лови, да. Амина. Да. Что у вас там опять? Осла. Да, господи. Она уже всех побывала. Тебе хорошо лежится. Шесть. Руки прямые. Семь. Восемь. Бегли. Давай. Вы все натянули. Шесть. Вставай, вставай. Семь. Восемь. Девять. Десять. Еще десять. Раз. Давай. Рубаху. Три. Обруч в руках. Четыре. Поднимай. Пять. Стоим. Головы подняли. Шесть. Хорошо. Они. Слава, опять неправильно держишь руку. Восемь. Не трогай свои ноги. И опустилась. Четыре. Давай, вставай. Четыре.
натянутые. 7. Стояла она. Давай. Из-за пляжки отрывай. Дари, да. 4. 5 тоже. 10. Леща, Виолетта. Сегодня ты, а я ну как прошла первая тренировка? Устала. Это была самая первая тренировка в моей жизни. После долгого отдыха, да? Да.